И всем привет, с вами Дирамус. Мы продолжаем проходить Паразит Ив 2. И наконец-то мы готовы отправиться в так называемое убежище. Чем бы оно ни было. Локации у нас зачищены все полностью. Вроде бы как. Возможно и нет. Ну давай, Мэддиган, веди. Да, готово. Отлично, отправляемся. Шестое сентября 2000 года. Нехорошо. Не перепрыгивай через забор. Мэддиган? Проклятие. Они вернутся. Они просто проверяют нас. Приготовься, Ая. Реально битва все еще впереди. Давайте до конца зарядимся. А этих штучек можно немножко поубирать. Так, мы где? А, мы где-то. Ага. Но тут есть такая хитрая тактика. Оп. Мурчат-то как. Ты ранен? Ничего серьезного. Оставь это на мне. Отправляйся в шахту. Удачи. Ну тут можно даже не тратить патроны, а просто скидывать их. Сюда. Хорошо, когда они вот так издали приходят. Да, вот там вот. Не где-то у середины ворот, а прямо возле этой скалы. Это уже напряжно. Ух. Но эти, которые посередине приходят, они очень легко могут скинуть. Просто вообще без напряга. Ну это самая лучшая тактика. И здесь. О,
А, ну да. Дали немножко патронов к М4А1. Уже ж сам факт необычный. Что насчет Мэдигана? Ну, видимо, заглох. Кайл, я надеюсь, он в порядке. Как так можно? Ух ты! Зарежу. Взял, потрогал меня своими копытами. Ну ладно. Мы находимся в некой шахте. Видимо, тут что-то добывали когда-то. О, ну конечно. Даже без этих. Охренел? Кто-то там немножечко приборзил со вкусом охренелости. На вагонетке раскиданы. О, отлично, еще светлячка дали. Хорошо. Так, в этих вагонетах ничего нет? Мне почему-то казалось, что у них что-то может быть, но, видимо, нет. О, баллоны. Старые газовые баллоны. Проржавели. Да, место очень старое. В общем, лампочки все еще горят. И сами лампочки новые. Рельсы оборвались здесь. Довольно глубокое ущелье. Я, может быть, и прыгнул бы. Но мост не выйдет каким-то, хоть сколько-нибудь надежным. Так, в этом гонит ничего нет? Ничего нет. Ничего нет, так ничего нет. Что ж поделаешь, если ничего нет? Меня что-то вшатывает. Теперь давайте в боковую дорожку заглянем. Шахтерская вагонетка блокирует проход. Похоже, тормоза активированы. Активирует рычаг тормозной системы. Ну, видимо, она просто от наклона поехала. Крепко выглядящая доска. Что если... довольно тяжелая. Сперли доску. Не то. Я хотел посмотреть, что здесь. А, все еще. Интересуется, что насчет Мэдигана. А что насчет Мэдигана? Неизвестно, что насчет него. Тут-тут-тут-тут-тут. Ну да. Я же здесь был. Дубовая доска. По углам сильно изношена. Отлично. Видимо... так она и предназначалась.
Валим, 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 валим. Тормоза. МП буст. Тут дверца какая-то есть. Это доставили сюда недавно. Ну, кстати говоря. Внутри патроны 9 миллиметров. Нет, давайте это зарядим обычным 9-мм парабеллум, а ты гидрой. Так, телефон, в принципе, можно использовать. Главное энергоснабжение. Похоже, не выглядит, будто оно включено. Это рычаг подачи главного питания. Активировать рычаг. Убрать. Нам нужно сделать так, чтобы попало вот на ворота 1 надпись. Потому что ворота 2 у нас по умолчанию идет, вот эта ветка, без всего. А вот на ворота 1 нам нужно, чтобы что-то пришло. А идет она, игнорирует эти черные линии. А где возможно, поворачивает. То есть нам нужно вот так провести. Таким вот образом идем, 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 идем. Значит, вытаскивает эту ставку, штепсель. И пробуем. Прелестно. Звук мотора произошел снаружи. Ух ты, мигает так. Мигатель прям. Телефон здесь. Выглядит сэром. Что если он работает? Похоже, в рабочем состоянии. Используйте. Что не так? Группа НМС? Ты серьезно? Ясно. Спасибо за информацию. Ясно, я... Хорошо, я пошлю экстренное сообщение другим охотникам. До этого момента исследуйте шахты. И пытайся спасти этого частного сыщика, если сможешь. Сохраняемся. Ну и звуки тут в мелодии этой играют. Вот ворота. Они, судя по всему, были закрыты. Мэддиган? Нет ответа. Может быть, он пошел другим путем? Мэддиган, ты там? Мэддиган. Ха-ха. Так, тут у нас есть бочки. Но я не думаю, что есть большой резон их использовать. Ага, мы его видим. Затаился гад. Давайте навесим на себя бронежилет энергетический. Чё, охренел? Мужик, ты там охренел, шить я вижу, да? Главный
конь. Тут ты издеваешься, да? А бочкой не могу полезать, да? Обидно. Босс, по крайней мере, много урона получает от этого яда. Прелестно. Быстро закончили. Погоди-ка, это оружие Кайла. Еще одна вставка. Вот это уже серьезный бой. У нас зомби уже пошло. Это ж гад. Надо подлечиться бы. Если я ничего не путаю, у этой штуки 30 здоровья. Или я ее задевал? Ах ты ж. Черт. Кстати, быстро у него яд прошел. Так, давайте ждем. Четыреста урона ему пошел просто. Разом. Ты что делаешь? Нехороший тип. А, кончился. Кайл. Все еще я вроде как. В общем, он был тем еще типом, но... Но! Просто но. Let's go! Здесь большой. Сумка с бутылочной... С бутылочной крышкой. Погоди, я уверен, что я видел это. Ага. Меч, который... Ну, в общем, меч того парня подойдет сюда идеально. Должно быть его. Мне нужно поискать улики. А, здесь есть выключатель. Рядом с зажиганием. Похоже на пульт дистанционного управления. На нем написано «Ворота 2». Нажать? Ничего не произошло. Линия энергоснабжения была... повреждена, можно сказать. Давайте возьмем. Кстати, а пистолет? Пистолет
P229. Полуавтоматический 9-миллиметровый пистолет с глушителем. Прикреплен фонарик. Он будет нашей заменой P08. Тоже обладает хорошим критическим мышлением. На самом деле критическим попаданием просто. Ну да ладно. Так, усилили себе лечение. Теперь оно вообще будет быстро, почти в два раза быстрее происходить. Что был за звук? Буду еще на него тратить патроны того оружия М4А1, которое... У нас везде враги появились? Да, у нас везде враги появились. Давайте сначала ими займемся. Не, ну там я все-таки думаю... Ну, давайте и этим попользуемся. Опробуем его. Хорошая пушка вроде бы. Хоть, конечно, патронов не так много, как в P08. Тем не менее, пушка хорошая. А. Упугает только пол. Хотя, возможно, критических ударов у нее немножко поменьше. Но в целом она вроде бы немного помощнее бьет. Не знаю, точно не могу сказать. Валим, валим, валим. На скорпионах, по-моему, никогда критический удар не действует. Поэтому они не показатель. Ну, что там далеко, что ли? Скорпионе езжало. Же... Ошизеть. Далеко стоял. Так, сразу в боковой пароход заглянем. Что у нас в нем? Точнее, кто у нас в нем? Ну, да, видно, что критический удар все-таки проходит. И проходит не очень слабо. Но главное преимущество — это наличие фонарика. Казалось бы, вещь не очень удобная. Но когда фонарик на оружии, это хорошая вещь. Это вот когда фонарик у нас лежит просто так. То есть, как нам дают вот эти Combat Light, он называется вроде бы. Но там я как-то не особо привык пользоваться. А, вот видите, фонарик просто его как-то оглушил. Просто стоит такой, шатается весь. Пьяненький, бедненький. Ну, вот проблема в том, что к фонарику нет дополнительных патронов. Хотя, я думаю, можно убрать эту штуку. Да, и гранаты можно убрать. И вспышки можно убрать. Нет, одну вспышку все-таки оставлю. Может пригодиться.
Все зачистили? Кайл, не могу поверить, что он мертв. Печально. Так, сторожка. Дверь забита. Заброшен уже очень долгое время. Что теперь эту штуку никто не сторожит? Что ж поделаешь? Давай, давай. Кнопка действия. Не срабатывает. Вот же хитрая штука. Не хочет срабатывать. Местами. И временами. Хорошо. Настя, у нас тут дверь так закрылась, где мы сражались. Босс. А, лампа отключена. Замыкание, похоже, запустило аварийное отключение. Странно. Теперь эта штука отличается. Ага, видите, перегорела одна линия. И нам нужно теперь доставить вручную с помощью двух вставок к обеим, ну, к обеим вот этим кнопкам. Так, ворота 2. Опять же, по ближайшей траектории идет, со всеми поворотами возможными. Ага, это идет сюда, сюда, сюда. А, ты... Так, тебя забираем. Ворота 1. Идут сюда, 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 сюда. А, стоп. Нет, я что-то неправильно вот сделал. Не, на самом деле, я неправильно это делаю. Почему я надо сюда вставить? Просто и если идти из конца в начало, то там немножко другие повороты могут быть. По факту надо вот так сделать просто. Ну, стандартная загадка на метод проб и ошибок. Все, знаете, давайте на этом и закончим данную серию. Я благодарю вас за внимание. Обязательно оставляйте свои комментарии. До новых встреч. В следующих сериях.